Никаких шаров, бантов и традиционной линейки. В гимназии Альбинского последний звонок проходит в формате постановки. Ребята показывают фрагменты выступлений, которые они подготовили за годы учебы. Помогают им учителя и родители. Линейка не шаблонная, а вот чувства выпускников и родителей все те же. Важный этап в жизни завершен. Ну, как всегда, это волнительно и переживательно. Видите, да, сам... Конечно, здорово дождаться, когда дочь выросла, ну, невеста красавица. Ты понимаешь, что это неизбежно, что будет 11 класс, будет выпуск. Просто вроде и ждешь, и вроде неожиданно. Я смотрю, мама уже прям расстраивается. Неожиданно, очень быстро все, правда? Да. Мама сентиментальная. Честно говоря, наверное, тоже буду плакать, но больше я рада. Это наконец закончилось? Нет. Что я сегодня с своими дорогими людьми, что ко мне пришли мои родители и родственники. Ну, немножко грустно расставаться с друзьями, конечно, но, конечно, это новый этап жизни. Да, за этим следует как бы очень много больше. В институте будет намного интереснее. В гимназии в этом году 49 выпускников. По опыту прошлых лет 76% ребят поступают в те вузы, которые хотят. Среди них Высшая школа экономики, МГУ, МГИМО, Бауманка и другие университеты из топ-100. Идут и на гуманитарные, и на технические факультеты. Гимназия многопрофильная. Обязательно 10% это медицина, медицинские вузы. Сейчас стала педагогика появляться, хотя несколько лет вообще никто не хотел идти в учителя. Они, наверное, видят, как вкалывают наши учителя в гимназии, да, с такой полной самоотдачей, сослужением, таким, понимаете, и, наверное, им это страшновато. Но теперь снова стали идти в вузы, мы их настраиваем на то, что нам нужна смена. На последнем звонке звучат пожелания ребятам в добрый путь. Поздравить выпускников приехал и глава округа Михаил Токарев. Ребята, сдавайте успешно выпускные экзамены. Очень важный труд и пора, да, и нервы. Конечно, желаю, чтобы вы вступительные экзамены также стали на отлично. И, конечно, чтобы вы поступили в те институты, выбрали ту профессию, которую вы уже выбрали, о которой вы уже желаете. Но при этом прошу всегда помнить, что мало Родина, всех спасать всегда вас ждет. И мы очень хотим, чтобы вы, получив специальность, высокое образование, кто-то может быть два образования, не знаю, три, всегда возвращались к нам. В этот день все добрые слова только для них пригодятся. Впереди волнительная череда экзаменов. Первый ЕГЭ уже 26 мая. Жанна Леонидовна, Антон Ковришнов, программа «События».